Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали в лес ягоды собирать. Вот черника собирать приехали. Вот так растет черника. Я не знала, как это растет. Сегодня мне это одна бабушка показала. Ребята, лесу, конечно, ужасно. Комары лезут, водяной мухи лезут, мошки кусают. Это вообще. Вот сколько я собирала. 10 литров ведро не так полное. Это черника. На рынке очень дорогой. Это того стоит. Собирать очень трудно. Черника очень полезная. Да! Я здесь. Я собрала вот так листьями. Дома буду перебирать. Здесь никак не соберешь. Чистый. Я в лесу не одна приехала. Вот там бабушка идет. Вот идет она. Она все лес знает. Но все равно здесь метку оставила вот. Бабушка, вы уже здесь? Хорошо, пойдемте. Вот, у меня бабушка Маша. Смотрите, сколько ягоды собрала она. Вот. Вот. У нее ягоды чистенькие. Да прямо. Вот. Это кому ты это рассказываешь? Я думаю. На Ютубе. А? Ютуб снимаю. Что, ты в этот видео пустишь, что ли? Да. Да? Бабушка. Вот видите муху какая вот. Да пусть сидит. Вот такие муха вот. Два дни блатные. А. Мы уже домой приехали, вот прибирали чернику. И это буду делать варенье 5-минутка. Кому рецепт интересует, у меня на канале есть. Еще мы сегодня будем огурцы закрывать. Вот, замочили. Как я огурцы с консервацией делаю, это тоже есть на канале. Я делаю томатный соку. Очень вкусный, хрустящий получается. Сегодня мы гости приехали. Thank you.
руке.